Друзья, доброе утро. Мы с вами сейчас отправляемся в Гавану. Посмотрим экскурсионку. Заказали мы вот такую вот машину. Я расскажу, сколько об этом будет стоить. И кому будет интересно, пишите, обращайтесь. Я подскажу, как правильно можно дешевле сэкономить и съездить в Гавану, посмотреть столицу. Вот наш водитель. Педро, yes? Очень приятно. Мы сделали первую остановку в городе. Население здесь 125 тысяч человек. Здесь находится хороший театр, второй по качеству звука и по величине. Первый в Гаване, а второй в этом поселке, в городе, я бы сказал. Здесь архитектура намешана, советская, плюс какие-то там испанские мотивы. Здесь была первая железная дорога на Кубе сделана раньше, чем в Испании, для того, чтобы сахарный тростник можно было вывозить. Нам наш водитель рассказывает информацию про страну, как они здесь живут. Я обязательно буду вам тоже эту информацию потихонечку рассказывать. Машины здесь стоят дорого. Москвич старый примерно 20 тысяч долларов, ну, евро, потому что здесь цены в куках идут. Вот такая машина где-то в районе 30 тысяч получается, потому что это уже иностранный автомобиль. Попадая на Кубу, такое ощущение, попадаешь в прошлое. Машины старые, все движется медленно, размеренно. У них есть салоны, где продают новые автомобили, импортные. Они стоят от 100 до 120 тысяч, ну там за Volkswagen Polo какой-нибудь, например. Это контролирует все государство, и оно считает так, что если... У тебя есть деньги, ты купишь, а нет, значит, езди на старых автомобилях. Все эти автомобили старые, которые мы видим, в основном запчасти уже они найти не могут оригинальные, поэтому они их переделывают, они вставляют новые двигатели, новые колонки, и от машины остается только каркас. Поэтому, когда вы едете на таком автомобиле, вы едете на новом автомобиле с старым каркасе. Это магазин, у них цены низкие, потому что все идет по карточкам. И, как рассказывал наш гид, ну, где-то там на продукты по карточкам они тратят порядка там, 10 долларов на семью. Остановку. Сейчас мы остановились на обзорной площадке, на которой можно посмотреть местную красоту. Это самый высокий мост на Кубе, 112 метров высотой. Сейчас я вам его покажу. Синяя, видите, полоска означает, что это машина государственная. А если нету синей полоски, вот как здесь вот, то это уже частная машина. ИП буквочка. До Гаваны 76 километров.
мы с вами, ребята, в Гаване добрались. Смотрите, какие большие пушки. И он Павел II. Хуан или? А? Иван Павел, да? Да, Иван Павел. И ваш... Мы сейчас находимся в старом городе с вами. Памятник Иоанну Павлу II. Он здесь был на Кубе, и ему поставили памятник. Это старый город 1512 года. Это кафедральная площадь. Здесь кафедральный собор. Он был построен в 1712 году. Мы сейчас зайдем в него, и он в таком же виде, как был построен, так и сохраняется до сих пор. С колоритной женщиной, кубинкой. Мы сейчас находимся на одной из улиц. Километр она идет вдоль канала к морю. Здесь нету одинаковых зданий, все разные, потому что сначала здесь строили просто местные, потом испанцы, потом американцы, потом наши советские хрущевки строились, и все дома разные. И нет повторяющихся ни одного. Как говорят, что здесь каждый дом – это отдельная картина. Вот сами посмотрите. Вот вам, пожалуйста, раз. Здесь совсем другая архитектура, хотя на расстоянии 200 метров находится. Если вы хотите поменять деньги, курс, он на каждый день плавает. Ну, например, здесь выгоднее менять евро, доллар. Вы, если будете менять, будете платить госпошлину 13%. Это невыгодно. Поэтому берите с собой евро или, возможно, другие валюты. Насчет других валют не знаю, есть ли там процент за то, что вы его меняете. Курс на данный момент 1,07 евро. Это если вы сдаете, если вы покупаете, 1,13. Из особенностей, ну, например, здесь, в Гаване, в банке, у нас попросили паспорт. У нас паспорта нету, поэтому мы поменять не можем ничего. Мы попросили нашего гида, чтобы он это сделал. Поэтому имейте это в виду. Если в отеле, то, скорее всего, паспорт, возможно, не нужен будет. Или в обменниках где-то там маленьких. Но если в большом банке, то да, нужен паспорт. И еще снимать в банке запрещено. Поэтому ни курс, ничего в банке я вам снять не смог и показать. Напротив банка, видите, Johnson Drug Store. Есть таблетки с марихуаной, судя по всему. Но это аптека. Я не думаю, что здесь вы сможете купить себе косяк или еще что-то, но таблетки с использованием марихуаны, да, вот они, скорее всего, здесь есть. Hola. Пионеры.
купил. Как я вам говорил, в аптеке ничего такого нет. Обычная аптека и такая замануха, чтобы вы зашли, посмотрели. Вот из таких улочек и состоит старая часть Кубы. Никакой бедный. Здесь есть любой профессиональный, любая семья, любой человек живет, любой рабочий, преподаватель, спортсмен, артист, этого. Здесь живет 18 семей. Раньше здесь жило гораздо больше, но сейчас их переселили. Они не хотят отсюда сами уезжать, потому что здесь сейчас престижно жить в центре старого города. Здесь есть нереставрированная часть города, вот она у меня за спиной находится. И тут домики такие, как есть. А здесь у нас, смотрите, у меня за спиной уже реставрированная часть города, где все сделано для туристов. Но на контрастах вы можете посмотреть. Вот смотрите, это реставрированная часть, а это старая часть. Покрашенные стены, все восстановлено, все красиво, как было раньше, 500 лет назад. Этим зданием всем, которые мы смотрим, 400-500 лет. После реставрации в этом регионе море стало сильным, море стало памятником. Я касался, вот только это, который все, что вся реставрация. Африканский музей, дом Африки. Остается легендой. Здесь кусочка, что это было когда-то, да? Здесь испанский стиль. Это какой-то товарный магазин, мы тоже. Это у нас до реставрации, а это, смотрите, после реставрации. Был дом, а сделали там парк. Показываю, как проходит фестиваль. В этом доме жил великий американский писатель Хемингуэй. Сейчас его купили и сделали непонятно. Это первые дома. Они были построены где-то в 1510-х годах. Ребят, как думаете, для чего эта дырочка такая во рту? Что сюда нужно засовывать? О, это местный охранник. Видите, у них есть бейджи. Они здесь охраняют территорию по ночам, по вечерам. Друзья, напишите ваши комментарии, для чего это внизу, под видео. Это
памятник Христофору Колумбу. Это музей национальный сейчас. 1626 года это дворец президента был. Его реставрировали. Смотрите, здесь деревянная, а здесь каменная. Это напротив дворца. Как вы думаете, почему? Напишите ваши комментарии снизу. Ребят, я вам показал две дороги. Одна из них сделана из дерева, а другая из камня. Находятся они напротив дворца, в который мы заходили. Это дворец президента с 1600 там какого-то года. Напишите ваши мысли, почему один деревянный, а второй каменный. Кого интересует цены, вот цены на еду в Гаване, в кафе. Hola. Мы попросили нашего гида, чтобы он нас привез в магазин, где можно купить ром и сигары. Ром и сигары в Гаване дешевле на 50%, чем в других местах. Вот он, этот магазин. Сейчас идем внутрь. Все как положено, очередь. Здесь такой интересный двор. Итальянский, испанский, классический, видите, внутренний дворик с открытым верхом. Тут сидят. Вот этот ром легендари только на Кубе продается. Стоит он здесь 6,50, а в соседнем магазине 11. Поэтому у нас сюда и отвели. 4 бутылки можно на человека брать. Ребят, мы в специальном магазине, я вам показал. Тут можно купить недорого ром, спиртные напитки. Ну, здесь лучше всего брать легендари, это их основной ром. Сейчас вам покажу его. Именно вот этот вот, он более сладкий, такой не сухой, с белой упаковкой. Это магазин, где продают сигары. Размеры сигар. Здесь они стоят в два раза дешевле, чем в других местах. Ну, например, наш гид говорит 3,15, а в другом месте 6,8, а в другом месте 16. Ребят, смотрите, вот они сигары. Как правильно курить? Вот этот кончик 2-3 мм обрезается, потом вы делаете, зажигаете и делаете затяжку. И они еще рекомендуют девушкам там мед или какие-то ликеры макать вот эту часть, а мужчинам или виски, или ром, чтобы еще более приятный аромат создавать. И еще они как-то эти сигары могут курить несколько дней. То есть там покурили, сегодня, завтра покурили, послезавтра покурили. Нас остановил Педро в магазине сувениров, но цены здесь выше, чем у нас в Варадеро, примерно на 2-5 куб. То есть там сумки, например, здесь 25, у нас 20. Сандали у нас 15, здесь 20. Ну и так во всем. Тарелки 8, а у нас 6. Заливают сюда, что дороги сюда и обратно согревают.
Ah. Ya se les pape el aso, de las patras. 8. Страйк. Yeah. 1 января 1959 года на этой площади Фидель Кастро выступал. 5 часов его была речь, как нам говорит наш гид. И здесь была миллионная аудитория, и он, это был день победы революции, они отмечали. Прикольная площадь, особенно мне вот этого стелла нравится. И тут сразу вам выставка раритетных автомобилей. Все на подбор. Смотрите, какие красивые. Круто. Че Гевара и его друг. Наконец-то мы добрались до самого главного архитектурного строения на Кубе, в Гаване. Это Капитолий, копия американского. Здесь до 1926 года заседал. Сенатор находился американский, когда Куба принадлежала США. Сейчас там заседают народные власти и планируют сделать музей. Сейчас мы вас с вами посмотрим. Это лучший театр, который есть на Кубе. И вот он. Вот смотрите, какой он. Большой, красивый Капитолий. Копия американского. Уважаемые друзья, добрый день. Я рад вас приветствовать на своем канале. Сейчас я специально для вас нахожусь на Кубе. Я хочу поблагодарить всех наших клиентов, которые уже 10 лет пользуются нашими услугами. Нам в этом году исполнилось 10 лет. Также хочу поблагодарить своих сотрудников, которые дают высокий сервис и качество обслуживания. И я надеюсь, что все наши клиенты довольны и остаются нашей работой. Спасибо, ребята! Кто знает, сколько здесь ступенек, напишите в комментарии, пожалуйста. Это, видимо, цены. Театр.
Смотрите, как прикольно. Они порционно запускают людей в магазины. В магазинах снимать ничего нельзя. Меня не пустили с камерой в магазин. Прибежал охранник, начал ругаться. Ну и всем потом. Вот сигары тоже. Это все мы находимся возле Капитолия. Здесь очень красивые здания. Смотрите, есть и очень похожи на наши торговые центры места. Здесь действительно каждое здание очень красивое и есть что посмотреть. Смотрите, какие красивые. Ну, вот там вот мы там начинали экскурсию, судя по всему. Такие мототакси.